что чувствует беременная женщина, когда врачи предлагают ей избавиться от ребенка по медицинским показаниям. А что чувствует ребенок, который знает, что он в прямом смысле жертва аборта, тот, кого хотели убить, но он выжил. 16-летней Ирине Ивановой на 5-м месяце беременности сообщили, что ее будущий ребенок неизлечимо болен. Ирина решила сделать аборт. Но случилось сразу два чуда. Девочка весом в 500 граммов выжила, а потом в ее жизни появились любящие родители. В прямом эфире чудом выживший ребенок посмотрит в глаза своей биологической матери, которая была уверена, что убила свою дочь. Прямой эфир. Сегодня в 18:30 на канале «Россия».